Тихоокеанская рыбопромышленная компания и Макси Интернешнл с глубочайшим прискорбием извещают о трагичной и безвременной смерти 9 июня первого заместителя генерального директора Александра Беличенко и выражают самые глубокие соболезнования его родным и близким. Александру Александровичу было 58 лет. Он один из основателей группы компаний «Тихрыбком» и «Макси Интернешнл». Коллеги Александра Беличенко отмечают, что ушел из жизни очень светлый человек, добрый, веселый, любознательный. За эти качества его ценили и уважали. Александр Александрович всегда смотрел вперед, не останавливался перед трудностями и учил тому же тех, кто был рядом. «Мы помним ваши уроки, Александр Александрович. Мы будем помнить вас всегда», говорится в сообщении коллектива Тихоокеанской рыбопромышленной компании и «Макси Интернешнл».